Всем привет! Вы на канале Hard Reset Info, и сегодня мы вам расскажем и покажем, как настроить Adobe Captor для цветовых палитр. Итак, мы открыли наше приложение Adobe Captor и нажимаем на кнопочку «Создать». Листаем ниже и видим здесь цвета создания цветовых палитр. Что мы здесь видим? Мы можем это делать с помощью нашего... чего? Это у нас камера. То бишь мы можем создавать цветовую палитру с помощью камеры, наведя камеру на наш объект и посмотреть, как это будет выглядеть. То бишь сразу с помощью камеры автоматически создавать цветовую палитру. Навести камеру на объект и далее уже создавать цветовую палитру. Либо же вы можете добавить из фотопленки изображение, да, и здесь что из важного. Мы можем настроить цветовую палитру с помощью таких вот ползунков, и вы можете отследить, как у нас меняется здесь полоса. Что еще мы можем здесь сделать? Мы можем двигать этот градиент наш разными ползунками, то бишь тоже сделать какие-то более резкие переходы, более плавные переходы. А вот эти ползунки, они, грубо говоря, меняют цвет. Вот, можете заметить. Также это может быть не градиент, а просто цветовая палитра. И также, если мы нажмем галочку, ничего не собьется, мы также можем поменять каждый из оттенков на ползунках RGB, либо же других системах. Что еще мы можем сделать? Мы можем менять это с помощью колеса гармонии. У нас, видите, 5 отсеков и 5 ползунков, кружочков. Мы можем менять им цвет. То же самое в целом мы можем делать и с градиентом. Смотрите, нажимаем галочку. Точно так же мы можем это здесь менять. Точно так же мы можем менять все настройки, как были в начале. Мы можем их менять здесь. Также с помощью гармонии этого колеса. Да, давайте более яркие поставим оттенки. Вот так вот. И здесь тоже поставим. Ну, то бишь, можно менять как вам угодно. Так, в принципе, и происходит настройка цветовых палитр. Мы вам все детально рассказали и показали. Нажимайте «Сохранить», «Сохранить». Еще по объяснению, как пользоваться данной функцией в Adobe Captor, у нас есть на канале. Поэтому переходите, смотрите. А с вами были Hard Reset Info, и до новых встреч!